Современная и комфортная. На севере Кыргызстана открыли крупную швейную фабрику. Предприятие позволяет изготавливать одежду по международным стандартам качества. Чинара Садыкова побывала на производстве. Благодаря этой фабрике работу получили 450 человек. Все они жители местных деревень. Многодетная мама Алтынай Акимова раньше ездила из своего села на заработки в столицу. Теперь дети под ее собственным присмотром. Здесь мне нравится. Есть все условия для работы. Полноценные обеды, вокруг чистота, а главное рядом с домом. Ведь в селах тяжело найти работу. Заработную плату обещают выдавать вовремя. А что еще нам нужно? Фабрику построили сообща. Местный предприниматель и американское агентство по международному развитию. Первый реконструировал старое промышленное здание, а вторые предоставили станки и инструменты на четверть миллиона долларов. Современное оборудование позволяет быстро и качественно выполнять крупные заказы. Ежедневная производимость 20 тысяч единиц. Шьем мы трикотажные изделия, в основном только детские. 4 года назад мы создали проект развития бизнеса Кыргызской республики при USAID помощь. И мы определили 3 сектора, которые мы видели, которые имеют огромный потенциал. Один из них был швейно-текстильные отрасли. Кыргызская швейная продукция давно себя зарекомендовала и в странах Евразес. Почти весь товар уходит на экспорт. Прибыль отрасли ежегодно растет на 15%. Здесь заняты 2 сотни тысяч человек. Несколько крупных компаний имеют контракты на миллионы долларов. Создатели этой фабрики тоже настроены в ближайшее время быть среди них. Чинара Садыкова, Азат Садабаев, Муканбет Асанов, Мир 24. Швейные изделия составляют четверть экспорта Кыргызстана в страны Евразийского экономического союза.